Такое неожиданное представление участники называют презентом от спектакля. Лед в торговом центре организовать сложно, поэтому артисты устроили вокальную и танцевальную презентацию. Как известно, все спектакли в Олимпийском парке проходят под живое пение. Наполняют атмосферу шоу своим вокалом дуэт Светланы Светикова и Дениса Демкева. Артисты напоминают, времени осталось мало. Мюзикл «Огни большого города», в котором участвуют не только фигуристы, но и акробаты, а также спортсмены-легенды, подходит к концу. На данный момент у нас играет главную роль Екатерина Гордеева. Это, на секундочку, трехкратная чемпионка Европы, четырехкратная мира, трехкратная чемпионка, если мне не изменяет память, среди профессионалов и двухкратная чемпионка олимпийская. Ну, это же просто обалдеть. Я когда пою на катайте, я вообще не верю своим глазам, что это возможно. Вот. Ну и поэтому хочется сказать зрителям, которые еще не были у нас на спектакле, осталось всего 2 недели, очень мало. Это очень хороший спектакль. Он очень добрый, он очень светлый. Собственно, welcome, у нас классно. Кульминационным моментом стал розыгрыш билетов на ледовое шоу. Задача участников – ответить на несколько вопросов. В каком году Авербух в паре с Лобачевой завоевал свою олимпийскую медаль, а также в каком фильме герой Чарли Чаплина влюбился в слепую цветочницу, знала 8-летняя Сученко. Ответы Диане, конечно, подсказала мама, но это не помешало ей победить в викторине и стать обладательницей 2 бесплатных билетов на «Огни большого города». Кстати, кинофильм так и назывался – «Огни большого города». Он-то и вдохновил Илью Авербуха на создание своего ледового мюзикла. Приняли участие в акции и гости курорта. Чисто случайно сюда зашел, да, и тут такое представление. Мне так понравилось вживую посмотреть вот эту танцевальную группу вот здесь на сцене, как они танцуют, ребята с девушками, так зажигательно. Потом Света Светикова спела. И у нас, конечно, мы посмотрели это анонс этого мюзикла «Огни большого города», и мы обязательно туда с друзьями пойдем.